все просто. А вот пространство. Как вот найти эту грань, чтобы как бы и не лезть, и чтобы он не подумал, что ты уделяешь ему мало внимания? Сколько этого пространства? Как определить, сколько пространства личного нужно мужчине? Да. Да. Есть два пути, как определить, сколько нужно пространства. Первое – это опытным путем. Такой самый надежный путь, но чреват разными последствиями. Звоню каждый час, отвечает более-менее терпеливо. Звоню каждые полчаса, ты где, что с тобой? Начинает злиться, слишком часто звоню, иду на шаг назад. Второй путь. Разговариваем, спрашиваем. Все. Мне кажется, он не понял. Сколько тебе нужно личного пространства? Нет. Конечно. Я говорю пространство, мы понимаем, что есть слова, которые обладают очень огромным смыслом, они очень широки. Да. Что такое пространство? Дальше мы конкретизируем.